Друзья мои, хотите ли вы узнать, как можно создавать вот такие интересные, замечательные, короткие видео с помощью искусственного интеллекта? Если да, то смотрите дальше. Итак, как создавать видео из изображения с помощью Picolabs? Заходим в Discord сервер Picolabs. Далее здесь выбираем одну из комнат. В поле текста вставляем слэш. Выбираем первую команду Create Prompt. И пишем, что мы хотим, чтобы с нашим изображением произошло. Например, я хочу добавить снег на изображение. Добавляю add snow fall запятая snow. Далее нажимаю вот на этот плюс, выходит вот такое окошечко image, с каким изображением я хочу работать. Беру изображение и просто перетаскиваю его вот сюда. Все готово, нажимаю enter. Процесс генерации запущен, остается ждать. Итак, чтобы найти наше видео, которое мы сгенерировали, нажимаем вот сюда, почта, и у нас открывается последнее сообщение. Как раз здесь мы и находим наше видео. Чтобы перейти конкретно к этому посту, нажимаем перейти и попадаем в комнату, где мы генерировали видео. Да. И теперь можно посмотреть видео. Да, действительно, что-то похожее на снег есть, но, конечно же, нужно понимать, что 100% качества и 100% результата ожидать от нейросети Picolabs, конечно же, не стоит, потому что это все еще находится в начале эволюции. Друзья, также хочу вам показать команды от Picolabs, которые действительно работают и дают точный результат. Для этого мы переходим вот сюда, Announcements, и здесь мы видим, какие можно использовать промпты или команды. Вот, например, команда Zoom, что означает приближение, отдаление, то есть зумирование. А камера Zoom In-Out. Именно в таком формате мы берем, копируем и далее применяем к изображению, которое впоследствии станет видео. Pan Use – это панорама, то есть движение камеры влево, вправо, вверх, вниз. Rotate – это вращение камеры. И также здесь можно посмотреть другие промпты, которые можно использовать. А сейчас давайте потестируем вот эту команду. Камера Zoom In Out. Итак, снова выбираем одну из комнат. Ставим слэш, create. Ну, пусть это будет камера Zoom In. Далее нажимаю плюс. Выбираю изображение. Нажимаю Enter. Пока мы ждем, хочу кое-что сказать по поводу времени использования этого сервиса Picolabs. На самом деле я не знаю, сколько можно здесь генерировать изображений, есть ли здесь какие-то ограничения. Вот, но пока что у меня никаких ограничений не было, а генерировал я, не скажу, что очень много. Итак, наше видео готово, давайте же посмотрим. Вот я снова нажимаю сюда, перейти. Ой, это выглядит очень даже неплохо. Смотрите, как двигаются люди, как двигается сам великан. Выглядит очень даже неплохо. Давайте еще раз посмотрим. Да, очень реалистично движение людей. Друзья, на этот раз я решил воспользоваться вот такой командой. Камера Rotate Clockwise означает движение камеры по часовой стрелке. Давайте скопируем эту команду. Выберем одну из комнат, нажмем слэш, create, вставим, нажмем плюс, image, и на этот раз возьмем вот такое изображение. Если у вас будут неверные команды, то вы получите ошибку, поэтому будьте внимательны, смотрите в вашем запросе, есть ли слово error. Вот также есть такая ветка Prompt Tutorial, где можно посмотреть, какие люди используют промпты и как они работают. Вот смотрите, сколько разных промптов можно использовать. Ну что ж, давайте посмотрим, как у нас дело обстоит с видео. Так, вот оно видео, перехожу.
Нажимаю. Значит, у нас должно быть движение камеры по часовой стрелке. Нифига себе. Правда, оно не полностью, но... И вроде как наоборот. Монстр поднимает голову. Ну, просто офигительно. Действительно, друзья, вот представьте себе, что будет через несколько лет. И, возможно, даже Pixelab станет платным. Пока что это бесплатно, можете пользоваться. А, кстати, не сказал вам, что можно делать с видео, которое сгенерировано. Вы можете заново сгенерировать, то есть срегенерировать видео, если вам не понравилось или вы хотите получить новый результат. Можно поставить лайк и дизлайк, и также можно изменить промпт. Нажимая вот сюда, вы можете изменить текущий промпт, затем нажать «Отправить» и сгенерировать новое видео. Посмотрим, что же у нас с генерацией. Ага, готово, да? Давайте. Итак, регенерация видео закончена. Давайте посмотрим. Ну, нифига себе. То есть, как бы происходит другая анимация. Не то, что я хотел, но это тоже супер. Опять движение людей очень реалистичное. Смотрите. Ну, не, ну серьезно, ребят, это супер. Я, честно говоря, немного в шоке. Это намного лучше, чем всякие там дзи-форумы и прочие способы анимации. Ну и, конечно же, вы спросите, как же сохранить видео? Очень просто, наводите курсор на само видео. У вас появляется вот здесь в правом углу вот такой значок. Нажимаете «Загрузить», и видео автоматически закачивается в папку «Загрузки». Друзья мои, я вас благодарю, что провели это время со мной. Надеюсь, вам было интересно. На этом буду с вами прощаться. Всех благ и до новых встреч.